Ревела весь день. Ну, не верили, мы пока не увидели. Наверное, каждый здесь думал, может, он ожил там, потому что это неправда. Сейчас пришла на похорон, думаю, может, не отпустит. Потому что все 3 дня плачу, но я не одна, наверное, многие так. У нас детство умерло, у всех 45-летних людей, у всех 80-х поколений умерло детство сегодня. Мы были на его концертах, и когда слушали музыку, нам было по 13-15, а сейчас мы тетки. Просто взрослые уже, состарившиеся люди. А он нам дарил счастье. И вообще он был прекрасным человеком. Покупаю билет в Раменское. Я была на последнем концерте во втором ряду, и там передо мной он выступал и в Раменском тоже. Вот в воскресенье, 6 дней назад, я была прям перед ним, и поэтому для меня это вообще как будто родственник умер. Ушла наша. Вот. Плачет. Скромный парень был. Слышала много только хорошего. Детство тоже было не из легких. Ну, царство его небесное, мы будем помнить его и будем слушать песни, пока дети наши, внуки, верю в это. Возьми табачек. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокат мчаться по двору. Юра, мы с тобой! Юра, ты лучший, ты навеки над, Юра! Человек-легенда. Человек-легенда. Большой буквы, мой любимый певец. Большой буквы. В первую очередь достойный человек. Будет ли еще это такой? Очень достойный человек. Гражданин своей страны. Тот, который не шел в эту грязь, шушу. Да. Это человек, который туда не шел, не продавался в эти тусовки, массовки. Он был именно достойным человеком. Он не хотел позориться, дорожил своей репутацией. И правильно делал. Когда вот умирают вот такие люди, про них уже начинают вспоминать, да, они были легендами, на самом деле легендами. Но про них очень мало при жизни говорят. Я вот помню свое даже детство. Мы танцевали на дискотеках, мы слушали его песни, до сих пор слушаю. Текст душевный. На самом деле и голос, и песни сочетались с тем, что как написан текст. Вот это редко когда бывает. Вот, на самом деле это редко. Бывают песни хорошие, но голос не очень. А тут и голос к песням подходил. Вот именно то, что нужно было. Вечная память. Очень тяжело, прям частичка сердца нашего. Это наш кумир. Это наша легенда. А то сейчас буду плакать. Батюшка говорит, нельзя плакать. В этом случае большой грех. Очень тяжело. Юра, мы всегда были с тобой. Всегда мы были на дискотеках. Всегда мы пели твои песни. Царство небесное, пусть земля тебе будет пуха. Так он пел лето, цвета неба. Это просто. Ну, естественно, и седая ночь, и белые розы, и детство. Ну, очень много песен. Сейчас очень трудно говорить. Умничка, умничка, трудяшка, умничка. С 13 лет. Я считаю, что это легендарная группа, это явление, так же как Битлз, и кто бы что ни говорил, ну, наверное, раз в столетие появляется такой коллектив, и я думаю, что он поистине народный,
Очень странно, что ему не присвоили народного артиста, потому что он-то как раз настоящий народный артист. Творчество занимало, как и всех нас, то поколение. Мы на этой музыке воспитывались, ее слушали, жили, отдыхали. Говорить, наверное, не сильно умею, но еще раз говорю, что это поистине народный артист. Я считаю, что он-то действительно народный артист СССР и народный артист России. Он был один из нас, нам в ту пору было 13-15 лет, и он был такой же, как мы. Он пел такие простые, может быть, бесхитростные песни, но в душе подростка именно эти чувства преобладают. Любовь ко всему, любовь к цветам, любовь к жизни. Нашему поколению пришлось встретить сложности на своем жизненном пути, но вот воспоминания о том периоде, вот именно его творчество оставило такой вот, знаете, яркий свет кометы, свет любви, радости, как искра, как комета, которая ушла, погасла, но оставила вот этот вот свой след, который, конечно, мы всегда будем помнить. Я до сих пор помню его песни. В детском пионерском лагере мы прыгали по пружинным койкам и распевали песню «Розовый вечер». И до сих пор у меня сохранился песенник, где очень много его песен. И я помню эти песни. И, конечно же, и «Белые розы», и «Розовый вечер», и «Седая ночь», и «Белый снег». Спасибо. Спасибо этому удивительному человеку с непростой судьбой. Но непростая судьба была у представителей того поколения, у большинства из нас. Поэтому он был такой, как мы, один из нас. И спасибо ему, что вот он своим творчеством столько доброты и теплоты дал нам. В 8 классе училась, познакомились с группой. Смотрели вот в «Ним почте» все передачи, где показывали их. Ну и сколько, вот мы уже сколько лет на протяжении всего времени слушали, знаем песни немало наизусть. Дети тоже растут на этих песнях, всем нравится. Хотела попасть на концерт, не получилось, но последний путь все-таки проводил. Мне как человека очень хороший, переоценила, как хорошего человека, очень добрый, отзывчивый. Когда смотрели концерт, она там на концертах всегда со своим фанатом, но как человек, свой человек. И сейчас вот сколько людей идут, видно, что его все любят.